Часть основания у нас сейчас не видно, она под водой находится. Трещины и сколы на тяжелом мраморе сомнений нет. Перед археологами часть колонны 18 века. Предположительно, колонна украшала двор перед парадным входом в усадьбу Кунцево. Здесь сохранился постамент. И, как говорят историки, это подарок Екатерины II Льву Александровичу Нарышкину в честь ее визита сюда в 1763 году. Сейчас мраморное основание занимает декоративная ваза. Историки считают, здесь она появилась в 90-х годах прошлого века. На этом снимке ее еще нет, а вот части колонны разбросаны на клумбе. Возможно, причина этого – пожар главного усадебного дома в 1974 году. Думали, что колонна находится тоже где-то, что либо она в музее архитектуры, либо ее увезли в ту же самую галерею Бурганова. И случайно стало известно, что нет, колонну никуда не увезли, вот просто почему-то она оказалась здесь под склоном. Совершенно случайно обнаружили данную колонну, выглядела она поросшим мхом, как дерево, и поняли, что это колонна только по торчащему штырю. Это лишь одна из нескольких частей колонны. Первую местные жители нашли в декабре здесь же, на склоне под усадьбой. Специалисты уже очистили фрагмент от грязи и мха и отправили на экспертизу. Колонна будет изучена. Если подтвердится факт ее подлинности, данная колонна будет отреставрирована и возвращена на историческое место. Сколько еще частей предстоит собрать, пока неизвестно, но на архивных фото отчетливо видно. Верхнюю часть колонны венчает мраморная шапка. Местные жители и историки надеются, что вернуть на законное место важный архитектурный фрагмент ансамбля усадьбы все же удастся. Юлия Парфенек, Антон Сидоров.